Я вас с удовольствием поблагодарю от имени мэра и от имени горожан за активное участие в общественной жизни города Новосибирска. Мы прирастаем по количеству дружинников, мы прирастаем по качеству. Мы не теряем людей, а приобретаем их. У нас появились две новые народные дружины, состоящие из рабочей молодежи и студентов. Каждый год мы начинаем и заканчиваем подведением итогов конкурса на лучшую народную дружину, лучшую ОПЕ. Народная дружина лучшая, та, которая прирастает, которая эффективна, которая дежурит и приносит результат. Соревновательный эффект всегда есть. Какая-то интрига, всегда хочется быть в призах, всегда хочется уйти отсюда с каким-то кубком. Страна может спать спокойно с нами. Мы уши и глаза полиции. Нравится движение в этой сфере. Просто не нравится сидеть на одном месте, такие активные все. Сейчас молодежь почти вся такая, надо привлекать больше людей к этому. Очень приятно осознавать, что мы несем пользу городу, что мы не просто так существуем, а мы созданы для какой-то цели. Тяжелые времена, и всегда нужен порядок и на улицах нашего города, да и вообще везде. И порядок в голове – это тоже очень важно. И чтобы этот порядок в голове был, нужно привести в порядок свои дела. Мы как подмога, мы как тыл, так скажем.